production. Отъехала, вот отъехала. Какая разница, вы меня поняли. Чем вы же видите, что я отъехала от дороги в парковочную станцию. Вот эту. От какой дороги-то? Вот от здесь, отсюда. А что мешало ей тут машине достать? Вот в машине стоять? Что стояло? Вот эти трое человек, они встали перед нами и все. Я отъехала, назад туда, в парковочную. Логично. Поступили. Логично я поступила, молодой человек. Стояла машина бы, стояла, никто бы вопросов вам не задавал. Правильно? Что снимаешь? Сюда. Ты кого снимаешь, чепушила? Педик вонючий. За что вас задержали-то? Можете пояснить? Могу пояснить. Рассказывайте. Вот, смотрите. Номер 24. Но? Нет. Задержал. Незаконно. Номер 24. Меня забрал. Но? И... Вот на этом месте... На этом месте, да? Вот на этом, да? Вот на этом месте. На меня напала компания молодых людей. Что за люди? Люди, молодые люди. Компания. Молодая. Запомните, пожалуйста, номер. Кстати, забрали. Машина стояла, да, с ребенком, с двумя ребенками, да, которые сидят, семилетний ребенка, с семилетним ребенком забрали, вот, летом и увезли. А вы управляли автомобилем? Нет. Нет? Конечно нет, как я управляю автомобилем?
Я знал, когда автомобилем. Жену тоже. Вас оформили жену, да? Да. Ну, то, что ничто не подписал. То есть вы отказались от метода свидетельствования или все-таки? Конечно, продули? Отказался. Продули. Потому что я не управлял. Понятно.